Я показывала свое удостоверение. Девушка, вроде вы сегодня целый день адекватно вели. Почему вечером? У вас что, вечернее обострение, что ли, началось? Спокойно. Сейчас вы мне хамите. Я не хамлю. Я не хамлю вам. На вашем участке, послушайте меня, на вашем участке председатель уже неправильно оформил акт. Ну, конечно, и сейчас... И сейчас... Почему? Вы осуществляете еще давление на меня, я правильно понимаю? Ну, как мама скинула я! Чем ларгана, мы сезонируем!